Побережье Азовского моря в нашем районе все больше востребовано для летнего отдыха как взрослых, так и детей. Ласковое солнце, целебный морской воздух, теплое море – все эти возможности нужно сполна использовать. Муниципальный детский оздоровительный лагерь «Ровесник» Вачуева пользуется у юных славянцев все большей популярностью. Духовные истоки Кубани, нашей малой родины, в центре внимания первой православно-казачьей смены. Ребята со всего района, которые получили путевки в «Ровесник», не понаслышке знакомы с богатейшей кубанской историей и народными традициями. Они хорошо учатся, ведут активную общественную работу. И потому их отдых в оздоровительном лагере совсем не случайность. Наш девиз! Мы – это сила, мы – это банда, кадеты, лучшие в мире команды! К открытию смены готов? Готов! На торжественном открытии летнего сезона ребят приветствовал глава Славянского района Роман Синеговский. Мне приятно посещать этот лагерь, потому что с каждым годом лагерь преобразовывается в лучшую сторону. Появляются новые места отдыха, появляется новое благоустройство, делаются ремонты. Взрослые хотят, чтобы вы отдохнули хорошо, потому что вы трудились в течение всего года. Чтобы вы оздоровились, чтобы вы позанимались спортом, чтобы программа здесь была интересная, чтобы вы познакомились, сдружились, чтобы солнце было ласковым, а море теплым. Ребятам были вручены подарки со спортивным инвентарем, что поможет им отдыхать еще более активно. Сразу же после открытия юные славянцы разошлись по станциям, чтобы принять участие в познавательно-развлекательной программе. Здесь некогда скучать. Я тут третий раз, мне тут очень нравится, у меня много друзей, мы занимаемся песнями, танцами, готовим мероприятия, у нас хорошая погода, налаживается. Я в «Ровеснике» уже второй раз, и мне здесь очень нравится, здесь очень вкусно кормят, погода налаживается, скоро в конце смены будем ездить на море. Здесь мы играем в волейбол, баскетбол, футбол, вчера была игра «Город за город», сегодня проходили соревнования по сборке-разборке автомата и снаряжению магазина патронами. От 16-й средней школы имени Героя России гвардии майора Сергея Таранца в лагерь был направлен класс, учащиеся которого заслужили право отдыхать в православно-казачьей смене. Мы сюда собирались очень долго, то есть полтора месяца готовились. Вот, очень ответственно, потому что смена очень для нас главная, серьезная, военно-патриотическая. Вот, у нас кадетский класс, мы с первого класса кадеты, мы очень часто путешествуем. Вот, и мы очень долго готовились. Немножко переживали, конечно же, потому что в любом случае здесь проходят соревнования, и хотелось выглядеть достойно, так как нас выбрали, и мы ездили, и поехали за честь школы. Дети очень довольны, то есть свежий воздух, отличное питание, питание горячее, то есть разнообразное. Угодили каждому ребенку. Ребята этого отряда отличаются отменной выправкой и большим интересом к военно-прикладным видам спорта. Викторины, конкурсы, также проводятся разные спортивные мероприятия, развлекательные программы. Конечно, между отрядами мы общаемся, познакомились еще в первый день, и все у нас сложилось хорошо. В лагере созданы все условия, чтобы ребята отлично отдохнули и набрались сил. В течение двух недель, именно столько продлится первая смена, каждый день будет наполнен интересными мероприятиями, экскурсиями, викторинами, соревнованиями, играми. Словом, будет сделано все, чтобы ребята запомнили смену как самое яркое событие своего лета. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов, программа «События».